Всем доброе утро, ребят. Ну чё, я как говорил, буду сейчас ржать, и вы тоже. В принципе, с одной стороны, конечно, нормально. Парящий остров, подарочки VR. И, наконец-то, на русский сервер завезли акцию «Собери сам себе плюхи». Но что мы видим? В минимальном подарке нам зажали два слота, в среднем нам зажали один слот, ну, в большом у нас шесть. Смотрим, какие же плюхи нам все-таки добавили. Довольно-таки, в принципе, относительно неплохо. Правда, минус 2. Блин, почему минус 2 на других серваках? Из-за того, что там донат дороже, типа... Ну, камон, GG. По плюхам... Плюхи порезаны по сравнению с другими серваками. Давайте сейчас забежим на Тайвань, глянем. Сразу будем сравнивать первое здесь и первое на Тайване. Печально, 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 печально. Еще раз доказывает то, что администратор, я не знаю, там, кто руководит акциями, просто жлобы. Ну, сделайте хоть один раз, так как на других серваках, для людей, чтобы люди просто, ну, хоть один раз пофанились. Это ж несложно, реально. А, у нас уже здесь нету. Жалко, жалко. Здесь уже закончилась эта акция на Тайване. Ладно, вернемся тогда попозже. Идем на немецкий. На немецком, кстати, есть. Посмотрим просто, сколько там нету таких, конечно. Там расходники, там герои, там скины. Здесь тоже все классно, круто, но, блин, порезали. Там два забрали, там один. Только оставили в большом 6 возможность, ну, возможность собрать 6. Пират начался, так. Посмотрите, здесь 6, везде, везде. Просто печаль. Хотя бы плюхи в большом сравним, так приблизительно. Печеньки, скины. Поехали на русский сервер. Самому просто интересно посмотреть. В любом случае, это, конечно, классно, круто, но немножко зажали. Просто тупо зажали то, о чем я говорил, и что на русском сервере все равно сделают какую-то хрень. Вот она и есть. И самое основное, везде по 5 попыток, у нас 3. Даже количество, суть не в попытках, даже здесь одного этого не додали. 3, 64. Короче, не знаю. Пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Но, честно скажу, я бы с этого, ну, что-то выбрать такое. Кулаков нет, девятые эти, ну, реально первый бредовый какой-то. Ну, скины еще, ладно. Ну, прям мега вау, восторга от первого пака нет. От второго. Смотрим, что в втором. 12, 10, 8, 5. Да, блядь, там было по 30, по 35. Все равно здесь зажали. Одна монетка, одна сменка. За 389. Ну вы чё? Ну вот что это такое? Да, это все равно какой-то там вариант, возможность. Но смотришь на эти плюхи и понимаешь, что ты их не хочешь уже брать. По сравнению с Тайванем. Тут вообще одной линейки полоски. Короче, я не знаю, ребят. Добавили сюда героя, которого можно собрать бесплатно. А нахрена вопрос? Для чего? 40. Ну, короче, я смотрю на эти плюхи и реально угораю. Вот. Ставьте лайк и пишите в комментах, что вы думаете по поводу этого, что вы думаете вообще по поводу русского сервера. Но это просто срань. Это просто позор. Вот для меня это реально, это просто... Ну, сделайте один раз нормально хотя бы. Просто жесть. Я не знаю. Так, также у нас есть это все донатное. Не забывайте забирать вот отсюда. Ежедневно входите, выигрывайте. Зимняя сказка. Здесь 100 мыши давали. Первый приз. Другие призы, как видите, нельзя пока посмотреть. Ну, просто пипец. Просто аут. Смотрим, что по плюхам на рынке есть. На русском сервере. Барда два этих продают. Ну, такое себе скин. Сумки. Печаль.
Просто печаль. Поехали на другие серваки, посмотрим. Мне интересно, на английском добавили или нет. Или такое же убожество на английском добавили, или сделали, как на немке или на Тайване. То в теме зайдите, или не в теме зайдите, посмотрите предыдущий мой видос с немкой и с Тайванем. Там реально просто кайф. Там сделано для людей. Да, есть билдепак. Ребята, на русском сервере не все так плохо, на английском еще больше зажали. Охренеть. Но зато здесь хотя бы плюхи посерьезнее, но все равно. Но тут, в принципе, плюшки получше-то будут. Но все равно, как так можно зажать, блядь? Ну что не сделать такое, как на немке и на Тайване? Три пака, ну это просто жесть. О, есть мои любимые камешки, которых надо дохренище. Тоже три шанса, блин. Тоже три шанса. Ну, посмотрим сейчас, что у нас здесь есть. Пиздец, короче. Так, скины у нас. Скины, молотки. Ну, такое, честно, тоже скажу, не ахти. Ну, для меня, допустим, молотки. Скин, заклинательница. Артика, Ирину. Че, я хочу сразу же глянуть. Короче, полным трэш здесь, еще больше трэш. Я думал, что будет он хотя бы приблизительно одинаковым. Это просто, ну и ладно, здесь это еще терпимо, ну до русском сервере. Так, на Рину у меня не хватает заклинательницы, смотрим сейчас. Рину, Арктика. Блин, выбор или добить скины. Или все-таки таланты и заклинательница. Че у меня заклинательница заклятопчик. Топчик. Да. Просто разрыв. Смотрим, что тут 60. Тоже печально, все очень, все печально, но немножко лучше, чем на русском. Но смотришь на это, тоже понимаешь, что это просто хрень. Офигеть. Вот это, конечно, они меня порадовали с самого утра. Не знаю. Не знаю, как вас, но я реально просто улыбаюсь. Почему нельзя сделать для всех одинаковую халяву? Почему? IGG, в чем проблема? Каждый сервер развивается по-своему. Это бред. Так, ну тут у меня вроде со скинами. Посмотрим. Так, еще хочу зайти посмотреть. Ну это просто, а вот как так можно обосраться? Ну не то что, но они себя просто показывают перед людьми, что... Ну думаю, вы так все сами понимаете, что я вам буду рассказывать. Так, скин Вольта. Здесь скин у нас Вольта, сейчас посмотрим. Просто пипец. Я в шоке. Этот у меня не собран. Цирк. Реально цирк. Так. Что здесь есть интересного? Ну, такое, честно говоря, ничего. Просто ничего интересного даже нет. Мешки, зефир первые. Этот мелкий. Кулаки, книги, нафиг, суперсила. Это тоже нафиг не надо. Этих уже хватает. Единственные сменки, и то. Раз, два, три, четыре, пять, 15 сменок. Короче, ребята, что вам сказать? Думаю, вы и так все понимаете. Просто печаль, не знаю, боль. Пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки. Ждите еще одного трешового видосика. Не забывайте забирать подарки за вход.
Здесь нету, кстати, только на русском они есть. Всем удачи, всем пока.